Урок 24. Установка Virtual PC. В данном уроке приступим к установке программы Microsoft Virtual PC версии 2007. Программу установки можно найти на сайте производителя. В данном примере она расположена на рабочем столе. Дважды щелкните на ее значке. Запустится программа установки. На экране отобразился мастер программы установки. Его назначение состоит в последовательном сборе данных о пользователе, причем в большинстве случаев пользователь может вернуться назад на любой шаг. В данном окне отображается приветствие. Нажмите кнопку Next – Далее для перехода к следующему этапу. В этом диалоге предлагается прочитать текст лицензии. Лицензия представляет собой договор, который регламентирует применение программы. В данном случае выбор, то есть согласие или несогласие, можно сделать с помощью переключателя. По умолчанию он установлен в положении несогласия пользователя с условиями лицензии. При согласии нужно установить переключатель в соответствующее положение. Сделаем это, перейдем к следующему окну. Здесь вводятся данные о пользователе и ключе к программному продукту. Поля Username, имя пользователя и Organization, организация, не имеют практического смысла, поэтому их можно не заполнять. Поле Product Key, ключ продукта, служило для ввода ключа для Virtual PC. Теперь эта программа бесплатная, и данное поле не используется. Ниже можно выбрать способ установки для всех пользователей и только для активного, установив переключатель в нужное положение. Если у вас уже установлена более ранняя версия Virtual PC, то возможности выбрать каталог не будет. После нажатия кнопки Install – Установить началось копирование файлов и настройка программы. Установка завершилась. Нажмите кнопку «Finish» – готово для окончания процесса. Программу можно запустить из меню кнопки «Пуск». В появившемся окне можно создать новый виртуальный компьютер, однако для последовательности изложения материала отменим эту операцию.